Вышли на улицу. Мне сейчас надо в аптеку. У меня там заказа два. И, честно говоря, реально понимаешь, сейчас я... Маска у меня здесь. Как бы, ну, я понимаю, что на улице, если ты один идешь, а то тебе как таковая маска не нужна. Но народу, честно, очень много шастает. Вот реально и автобусов, машин. Ну, не автобусов, я имею в виду, здесь у нас автобусы не ходят. У нас такой спальный район. Но машин очень много. И людей очень много. И, скорее всего, сейчас я ближе буду подходить. Одену маску уже на голову, на лицо, потому что иначе... У меня, как всегда, конечно, есть антисептик. У меня здесь, кстати, они проспиртованные. Вот. Я даже не помню, где я купила их. Но они у меня проспиртованные. Ох, тут не помню. Короче говоря, я сейчас пойду сначала в аптеку, а потом мне фикс вот так вниз спущусь. Толи. Очень классные получились. А где брала? Сейчас хоть убей, не помню. Короче говоря, у нас в Калуге сбежал. Вот как людей этих назвать, честно. У этих людей названия нету. Человек сбежал из-под домашнего сидения. Он приехал за границы. Его поймали, катающимся на машине, куда-то там вез. Ну, еще что-то. Короче говоря, его отвезли обратно домой. Но я говорю, вообще, вот таких бы в инфекционку сразу сажать. Зачем ты мотаешься? Я вообще не понимаю, если честно. Ладно, смотрю, народу, в принципе, достаточно опять много. Вчера хотя было позавчера очень спокойно, тихо. А сейчас у него народ прибавился, поэтому я самоизолируюсь. И переходить на ту сторону. И буду... одевать маску. Кстати, хочу сказать, я шла в маске или в перчатках. Полиция ко мне вообще даже не подошла. Мужчина шел впереди без ничего. У него проверяли документы и спрашивали, куда он, зачем идет. На меня же просто посмотрели и даже слова не сказали. Сейчас прикольно, супермаркет пустой абсолютно. Спокойно ходишь, все, что надо, себе берешь. И никого нет. Правда, я вся мокрая, мне так жарко. Ужасно. Но везде все пусто. Обзорчик здесь делаю, на улице. Я купила яське вот такую. Кидайте меня палками, чем хотите. Но у нас есть задержка. Есть задержка развития. Пусть даже его 9 лет. Ему это актуально, я видела у Лены. Ну, Лена мальчик, а младший, конечно, у нас наша математика сейчас. Как раз ему будет очень классно сидеть и вот решать примеры. Пускай сидит, решает, разбирает, складывает. Все равно дома для разнообразия, я считаю, что очень классная вещь. Просто я пройду, думаю, уже обработаю. Я взяла хлоргексидин. Хлоргексидин у меня там, шиколка. А здесь я вам покажу, сейчас я что в атаке. Чему мы радуемся, я вам скажу. Набрала почти на 2500 хлор. Вот такому гель санитель. Я сколько за ним гонялась. В принципе, по 100 рублей я его взяла. 60 миллиграмм. В атаке вот свободно лежат. Проблем нету. Вот и бери их сколько хочешь. Бери, не хочу. В общем-то, свободно, пожалуйста, абсолютно. Ладно, я домой. Ну что? Ярослав, мама опять, отпустили маму ненадолго, ненадолго. Она прошляла целых 3 часа. 3 часа меня не было? Да, 3 часа. Что, не знаем, это дебри, где она была, что она делала. Но вот притащила вот такую вот кассу. Говорит, ей посоветовали девчонки. И она пошла искать, долго искала Лена, это касс. Лена показывала, Ростик играл. Мне просто очень понятно. Понравилось. Здесь просто тупо, смотри, математика. Почему и тупо? Я... Вот что за сленг у тебя? Тупо. Тупо. Там... Вот смотри, здесь математика. 2, 3. Ну там набирают, да. Это... Вот, пускай кнопки нажимать. Это, в принципе, вот, прикольно. Самый, да. Самый мой... Самый большой мой этот. И накупил вот этих дезинфицирующих средств по 120 рублей, говорит. Угу. Я взяла сколько? Я уже рассказала, что я уже почти, я да. Потратила почти. 5000? А
А теперь выражение лица. Ладно, это детский канал. Я бы рассказал бы притчу о Милином дяде. Когда был вопрос о деньгах, он что говорил на это? Не, ну смотри, не, да что, вот это 1000 рублей. 1000 рублей, вот это да. Ерунда. А так вот заходишь, ты туда-сюда, я, честно говоря, вроде... Аккуратно, не торопись, это деньги надо аккуратно считать, осваивать. Ну, в принципе, прикольная вещь. Надо Яра немножко грубовато, вообще, я им сколько говорю, моторику, разрабатываю свою моторику. Старайся, чтобы пальчики и ручки у тебя работали синхронно с твоей головой. Да, Ярослав? Ну, в принципе, вещь прикольная. Ну, давай. Сейчас я пойду, сейчас мы закупимся, сейчас мы все сделаем. В принципе, сейчас мы... Хорошо. Давайте. А это что такое-то? Не посмотрела. Что, не работает? Блин. Ну что-то я не проверила. Взяла запечатан. Но он блокируется как-то. Яр, аккуратно. Мне кажется, он как-то должен блокироваться. Ну, посмотри. Это для чего? Да, я уже испугалась. Ты вот просто... Нажимаешь, он вставляет. Да, он должен встать туда. Заблокироваться как бы вот. Угу. Я понял, хорошо. Там. Что? Ну, а ты разбросала фрукты. Теперь вон Сима сейчас подберет и съест. Я сейчас пойду, подожди, я сейчас посмотрю, что там, мама. Это столик, что ли, такой? Да. Только что-то я... Ну, давай посмотрим. Вот, все, а, все пошел? Ага. Там пазы просто стоят. Ага. Не, ну вот то, что вот даже как-то сейчас вот то, что ему на вертикаль этот стоять. Ну, вещь хорошая, честно. Она, в принципе, на полу, когда он сидит на этих, угу. Читать, я ему... Ну да, чтобы удобно было. Ну, в принципе, как типа на кроватный столик, да, вот ты сидишь кушать что-то. А на кухне, я, честно говоря, ноги вот туда вниз, и чтобы он мог сидеть и книжку читать. У нас вечно вот какие-то я вот эти подставки, все. Честно, думала. Ну, хорошо. А ты что там делаешь, Ярослав? Прикольная вещь. Ты кассу вскрыл. Ладно, сейчас будем играть. Сейчас мы закончим. Элли! Вот бабуля кушает. А, ну да, поставил. Поставил вот на столе и столик, да, в принципе. Все равно, но он нужен сейчас. Ну да, конечно. Я сейчас хожу редко, но метко. Ну я понял. Лучше я буду. Сходил. Нет, тебе предлагали клубнику за 30 рублей. Где они нашли, я не знаю. Вот, да. Ты пальцами старайся, пальцами. Ты мне? Нет, я ее раскрываю. А как тебе открывать? Ты там так вытягивать? Да пускай будет, да? Все, не надо его открывать. Ты его поставить? Да. Если вдруг совсем не нужен будет, можно будет собрать. Да. Хлам всегда приходить. Потому что это фикс прайс, несколько раз делаешь, он просто отломается. Ну вот она все равно удобная. Ага. О, занятие для Симы наш. Ну что, Ярослав, что ты мне можешь предложить? А, кассир Ярослав. Ну давай, взвешивай в мои фрукты. Вот я принес. Сколько у меня там выходит? А? Сколько грамм? Ты пальцами делаешь, что ты рукой? Сколько получается? Сколько я должен? Сколько? Карточку можно? А? Давай. Давай, проводи. Только точно поставь пас, чтобы было точно. Ну, тренируйся, а как ты? Сима, а ты что там делаешь? Сима. А? Что ты там делаешь? Получается? Бабуля, ну как бы он сказал в аптеке, когда хотите витаминов, ну я думаю, бабуля пускай его попить. Это которая, на Кирова? Да, рыженький такой. Рыженький, ну они обычно всегда там втюхивают что-то, да. Пускай простят меня подписчики, но я имею в виду, ну определяй, потому это что... Это я тоже честно взяла, это чисто как антисептик. Ага. Это я, кстати, тоже опять у Марины увидела. Ну видишь, как хорошо, иногда многие умные вещи подсказывают. А это... Что там? Это молоко.
Есть. Это молоко, давай, взвешивай. А это вот один тебе, один мне. Ага. Это... А это перчатки откуда ты взяла? Это фикс прайс. И ну, почем они? 50 рублей. 50. Ну хорошо, они большие или маленькие? Смотри, как-то? Они средние, по-моему, стандартные. М-ка что ли, какая там, я не знаю. Здесь просто написано хозяйство. Вот. Ну, опять же, ну, нормально. Натяги. Они бывают. А я всегда раньше думал, что перчатки они безразмерные, грубо нет, говоря. Безразмерные есть. Да? Не знал. Ну, мне они средние, ага, а яски как раз будет. Ага. Мы же каждый день ходим. Ну да, вот же по лестнице. Я хожу по лестнице, вот одела. Нет, хорошая вещь. Хороший можно вещь. Было пару штук взять. Я две упаковки. Я знала, что ты одеваешь. Я не буду это одевать. Но они с этим, да, про таликом, да, не пройдешь, чтобы не слепались. Это завтра, вот, ну, каждый день все равно ходим. Я экономлю, я пытаюсь не одеть, потом его не держу, стараюсь не держать. Одену и спокойно буду ходить. Не брали? Ты в пакетик положишь? Ну, я вот сюда. Вон у тебя целый разноцветный, да? Ну, это черный, это твои для тебя. А, это ты мне в карман запихнула, да? А ну, хотя бы сказала бы. А ты что я сделал? Я смотрю, что за мусор, хотя бы выкинул. Ты выкинул? Да нет, я в карман положу. Черные твои, розовые, вот это Яськи и Мильки. Ага. Голубые, это мои, ну, вот я Мике, может быть, тоже их отдам часть. Она приходит, вчера пришла сюда, отсюда опять одела и пошла опять в перчатках. Ну, она конкретно в перчатках ходит. Ну, пускай ходит. Ну, я там часть дала, я сейчас... Что? Этот, хоть сказали, что хлоргексидин не действует, но он здесь написано пролонгированный специально... У нас как жавелель, или как это называется, простой жавелель, я не помню. Знаю, вот у нас, ты мне сказал, чем обрабатывать, мне интересно. Ну, ты потом... Жавелеон или жавелель? Короче... Кто знает, как называется, я не помню, жавелель? Я не знаю, как он у тебя называется, но я так уже подумала. А. Я тебе дам такой бочоночек. Ага. Я буду туда наливать. Тырить оттуда, да? Ты что? Я стою на страже порядка. Я же тебе ничего не говорю такого. Я в период пандемии буду тырить растушь. Антисептик, прикинь. Это, смотри, работники общепита для антимикробной обработки кожных покровов, гигиенической обработки рук, медперсонала, работники общепита. Честно говоря, бомбовская вещь. Я не знаю, насколько она не действует на... Ну, все равно. А на самом главное, сейчас что? Сейчас основной антисептик, чтобы вот обработался и все. А там дальше будет видно, что да как. Так что, только что я запаслась, теперь все будет. А то я каждый вечер ложусь, это бабуля один дам. И один нам, наверное, а да? бабуля? Ну, пускай это... Нет, что ты смеешься? Она мне капает, пшикает в рот два раза в день этот антисептиковый этот. Ты маньяк ваш. А это будет еще глаза капать, уши. Бабуль там сидит. Может, ее в банку со спиртом положить? Ладно, я хочу один поставить ей, наверное. Или лучше нам оставить, ей не нужен здесь антисептик. Да пускай делает, это хорошо. Пускай капает, да? Конечно. Старайся этот, двумя пальцами это делать, пальцами. Пальцами, вот. Здесь типа офтальмология, здесь есть как бы типа просто этот, и как синусит, и острый ринит хронический. Честно говоря, тебе голову прикольно, вот пришел домой, капанул по одной капле. Его продезинфицировался. Я поставлю вот здесь, будем за этот. Здесь даже хламидия. Лечит стафилококкус, стрептококк. Ну а как ты сказал? Тяжело. Надо то. Вот нашел, вставляй ключ. Тяжело. Ну а что делать? А мне как, легко удержать? Удержать целую кассу, чтобы она... Вот, и ты уже примеряешь? Ну так она сразу, я ж гулял. Ты будешь теперь тоже. А что ты за дверью это не сделал? Надо было за я дверью. Я пришла, умылась сначала, все высморкалась. Да. Да ты что? Помыла руки. Обалдеть. Спиртом протерла, потом хлоргексидином. Обалдеть. А коместином. А с тебя один расход, ёлка. А ты сколько будет? Пойди. Давай. Это вещь хорошая была. Так это я бабуля даю. Сох, мама еще что купила? Шикарная вещь. Mm-hmm. Это что такое вообще? Ну это пазлы, ему уже. Это в принципе сортер такого типа. Просто у нас уже все закончились, все мы честно повыкидывали, но я так понимаю. Покажи, что пожалуйста. Ему надо опять начинать немножко включать. Яр, ты не раскидывай, давай кассир. Выключай. Я сейчас соберу кассу. Ты просто сортер покажи.
Да. Замудренный такой немножко. Видишь, машинки, цвета. Я, смотри, здесь, видишь, цвета другие. Угу. Здесь, я так понимаю, собирать можно по-другому. Играть сейчас будешь играть. По кругу, да? Наверное? Ага, можно, видишь, вот. Ты цвета собираешь по правилам? Угу. По тонам, смотри, я цвет сначала. Я начинаю с большого в маленький. Потому что у Яры проблема, когда много цветов, у него взрыв идет сейчас вот. В принципе, как объясняют межполушарные связи, чем когда больше старше становится, больше информации, они начинают путать. То есть, как бы он может, видишь, на синий сказать зеленый, на зеленый, синий, на девятку он говорит, у вас тройка, на тройку, говорит, восьмерка у вас. Это типа межполушарные. Поэтому здесь надо вот. А может, это все-таки на сиреневой надо было, Яр? И здесь, видишь, разные тона и разные размеры. А, ну надо от большего к меньшему, да, или наоборот. Ну, скорее всего. И плюс еще цвета, видишь, здесь тоже. Ага. Они вроде бы. Тона, как это, в радуге, да? То есть как бы под... Нет, красный где? Красно. Пускай уже... Мы ошибку делали в свое время. Мы делали акцент на его логику, что он включает. Но мы не делали акцент, что типа у нас всегда было, ой, рукой не работает, не надо. А теперь, когда руки работают, он это не может сделать. И даже то же самое, все пазлы простые собрать. А вот мы на ПМПК на чем прокололись? Они сказали собрать, он-то их знает, он их кладет, типа, а все время за него всегда педагоги доделывали. А на ПМПК никто не стал доделывать. И получается, что он уже... Яр, глотай слюни. Что это он не знает? Он не знает, он не может, он должен сам выполнить. Поэтому здесь... Яр, нет, ты смотри, сейчас ты пихаешь желтый, не туда. Посмотри, найди, стоп, где рисунок, синий. Где есть желтый это... Желтый, где есть цвет? Сиреневый, подожди, где у тебя сиреневый? Нет, не сюда. Где сиреневые цвета? Ну, со своей специ... Вот сюда. Значит, клади по размеру, что ты кладешь, правильно? По размеру надо кладить. Первый, у тебя большой размер. Оставь, оставь, не снимай. Теперь надо следующий. Разберешь. Ну, в принципе, прикольная вещь. Да, я чисто за счет этого. Потому что я смотрела такой сортер. У нас просто вот эта бабочка осталась. Остальные же все как-то... Я не знаю, что надо поискать. У меня очень много было вот этих вот. Но потом у нас, помнишь, мы отдавали и так нам не вернули просто. А. Потом кассу давай делай. Нам просто не вернули. Ты помнишь, все были очень много. Бочонки были у нас. По Монтессори у меня было много. Просили для тестирования и забрали, так мы не привезли. Прикольно. Смотри, куда ставишь. Я думаю, чем перестала жевать? Оказывается, он заметил, что ты его снимаешь. Mm. Ну, честно, или на самом деле, это первый раз он яблоко сам держит и сам. Но он уже часто уже начал сам кушать. Кушать, сам просто сейчас уже вот именно держит так, да, все взял. Просто почему-то, когда он замечает, что на него обращают внимание. Кушай, кушай яблоко, яблоко. Он сидел спокойно. Мы были заняты своими делами, он сидел спокойно. Он забрал у меня яблоко. Ну вот эти яблоки он стал кушать красные специально. Правда, сейчас дорогие, подняли цены, но стоит там. Кушай. Нравится тебе? Кушай. Твое яблоко. Кушай, твое яблоко. Кушай. Все, нет, тихо, нормально. Тихо, нормально. Кушай. Кушай, молодец. Ты хотел показать мне этот. А. Тише сделай, пожалуйста. Я вот такую мужикную пасту попробовала. Щетка, те щетки, которые я беру, они длинные и немножко он... Ну, не всегда получается нормально. Я хочу, чтобы он сам чистил. Она, правда, короткая, не знаю, сколько она будет... Актуально, но попробовать. Просто в комплекте было мне, чтобы помочь. Ну, тебе щетка как таковой не нужна, да, у тебя паста. Нет, щетка тоже нужна, чтобы если он сам, потому что я чищу сама, а он тоже просит сам, но той длинной щеткой он неудобно, не, вот я хочу маленькой. И я при случайном проглатывании, сын моей своей матери, он жракает зубные пасты. Ну, а мы все ели, всегда ели испокон вот веков зубную пасту. Ну, я поэтому взяла. Ничего, мы советскую ели, ну, да, никто из нас хуже не стал, ну, да, грубо говоря? Нам лопает вообще. А это тоже очень вкусно, я попробовала. Шикарно. Правда, у нас не было такого разнообразия всяких вкусов. Это у нас был стандартный вкус, вот этой зубной пасты. Поэтому тут ничего такого нет. Еще от зубной пасты никто не ел. Я все искала, где, что за вкусы, вот яблоко. А. Потом ярко. Я завтра с утра или вечером будешь, когда? Угу. И что-то... Вот. Хотела сначала Андрею, но Андрей отказался. Я не знаю, я привык, покупая определенные губки, поэтому, ну, это зачем? Ну, я взяла, честно говоря, для цветов и так, это чисто... Ну, с ним позаниматься. Сенсорика, да, для рук разная тут.
текстура. Она такая не сильно. Сильно ему нельзя стимулировать. А это. Он пускай сидит, тебя вытирает. Ну да. Трогает. Ты давай, доедай яблоко потом. Не обращай внимания. Кушай. Смотри, большие куски не глотай, чтобы. Ешь. Многие скажут, не эстетично. Нормально, у нас все чисто, честно говоря. Стол протираем, это сказать. Нельзя что после каждой еды всегда. Мы всегда чисто протираем, всегда. И руки чистим этот, поэтому насчет этого беспокоиться не стоит. Ну и потом его все равно надо как-то. Конечно. Жизнь становится. Кушай, кушай. Я все выключаю. Кстати, хочу такую вещь показать. Вот раньше я, когда у Ярости что-то застревало в горле, да, я сразу пугалась, пошарахалась и начинала пытаться ему вот такой вот, ну, типа, засовывать язык в рот, это, в рот, палец вытаскивать. Мне логопед показала, что... Яр, сейчас, сядь ровненько. Она мне показала, что вот если застревает, сейчас у Яры немножко застрял, надо вот просто в это место вот как бы трахею вот так вот, знаете, не зажать, а ее, грубо говоря, просто ее определить. То есть, чтобы он почувствовал, что это трахея, и когда он ее, то есть, как бы поджать вот немножко, да, то есть, не зажать, не стянуть, а именно просто обозначить вот где мышцы, и как только он ее чувствует, он сразу, эта вещь, то, что у него в горле, он, конечно, если это не совсем огромный кусок, который он вообще не может проглотить, да, встрял, а если тот вариант, что он может проглотить, но просто не получается, я вот так вот нажимаю, вот ему придерживаю, и он сразу глотает. А еще вот так вот я ему делаю вот такие вот маленькие нюансики, то есть я вот так вот ему натягиваю, если он начинает задыхаться, ну, я сейчас, подожди, задыхаться, или водой поперхнулся, например, и у него в этот момент... Ну, он начинает как типа не может продышаться и истерить, потому что ему не хватает воздуха. Я вот так вот ему здесь натягиваю. Я не знаю, как оно работает, но натягиваешь вот этот вот переносицу, и ребенок начинает спокойно дышать, успокаивает дыхание, выравнивает и может продышаться. Такие вот маленькие мелочи. Кому-то могут пригодятся.